В понедельник, 29 марта, Владимир Васильев заявил о намерении участвовать в праймерис «Единой России» для последующего выдвижения кандидатом в депутаты Государственной Думы от Тверской области. Игорь Рудени и Владимир Васильев обсудили реализацию на территории Тверского региона национальных проектов, участие Верхневолжья в новых федеральных программах, сотрудничество в рамках реализации партийных проектов «Безопасные дороги», «Городская среда» и «Детский спорт». Кроме того, Игорь Рудени обозначил ключевые приоритеты в развитии Тверской области. Развитие инфраструктуры, газификация территории, создание высокотехнологичных рабочих мест и другие. Я ушел на другую работу, и то, что был должен сделать как депутат, не отработал. Естественно, мы связь не прерывали. С Игорем Михайловичем у нас товарищеские отношения, деловые. Поэтому, когда я вернулся, понимаешь, чем надо заниматься. Силы есть, энергия вроде бы есть, опыт тоже. И, естественно, я подумал, что я могу быть полезен в своем округе. На протяжении таких лет, когда Владимир Андреевич трудился в Дагестане, очень много людей обращались, в том числе и ко мне, по региональным поискам, спрашивали, а когда к нам вернется наш Владимир Васильев? Сегодня произошло то, что очень ожидали многие люди, поэтому я очень рад, пользуясь случаем, всем сообщить, что Владимир Андреевич вернулся, и мы вместе продолжим то, что начинали 5 лет назад.